Привет, уважаемые подписчики. Опять у нас в эфире «Одноэтажный дом». Уже в который раз, извините, надо будет переключиться, сменить пластинку и показать вам что-нибудь двухэтажное, а может быть и не каркасное. Но сегодня 9:20 на 13:40 в Лопухинке. Одноэтажник, большая кухня-гостиная, 47 квадратных метров, 4 спальни, 9, 11, 11 и 12 квадратных метров, ну, 2 санузла, котельная. В общем, достаточно обычная компоновка такого дома. Рассмотрим, чего сделано, поговорим, обсудим. Ну, во-первых, фасад. Не доска, смарт-сайдинг. Американский смарт-сайдинг из OSB4. И вот это место, обналичка, она издалека выдает дом за что-то деревянное, финское и все такое. Но нет, это американский материал, трим и смарт. Смотрите, что интересно. Обычно тримы имеют прямой угол, и обналичка идет вот по этой линии. Ну, обычный прямоугольник, квадрат, от формы окна это зависит. Здесь же выпилено под таким углом на финский манер. И любопытно, что выпилена не только трим, вот эта форма, она выпилена точно так же и в самой доске. То есть доска имеет такую же форму, такой же вырез. Я даже удивлен, что так аккуратно сделано. Ну, вот так сделали наши ребята, молодцы. И, в общем, вот с такой обналичкой окна смотрятся, конечно, гораздо лучше, чем... Ну, вернее, как, кому лучше, кому нет. Но интереснее однозначно. Можно брать такой вариант на заметку и просить его у Андрея, чтобы он сделал вам точно так же, если вы планируете фасад из смарт-сайда. По поводу расценок. На этот дом пошло 180, по-моему, досок смарт-сайда. Каждая доска стоит 950 рублей. Плюс тримы. Тримов штук 30. И общая смета примерно 200 тысяч рублей по материалам на весь дом. Это чисто фасад и обналичка. Плюс покраска, потому что это были не покрашенные доски. Покраска всего вместе с материалами стоила 85 или 87 тысяч рублей. Окрашивалось все на производстве. И здесь по месту уже локально кисточкой всякие помарки исправляются. Краска Текнос, финская. Номер цвета вот здесь написан будет. Честно, не помню набор этих символов, но колористы знают, что с этим делать. То есть, если хочется такой же цвет, знаете символы, можно получить ту же самую расцветку. Терраса у дома 1.5 метра в ширину, 1.5 на 6. Вход в дом, в кухню-гостиную. И второй вход с другой стороны, там крыльцо и входная дверь. Терраса под общей крышей с домом, то есть не как в проектах Матокса, Волосова и прочее, когда терраса под высокой крышей, как бы вынос сделан с фронтона. Здесь крыша общая и сама терраса небольшая. Почему именно такая? Ну, потому что так захотели заказчики. Такой у них вкус. На полу террасы террасная доска, это лиственница, толщина 28 мм, ширина 143. Покрашено на производстве в 2 слоя, и по террасе смета, по-моему, 14 тысяч рублей материал и 3,5 покраска. Цоколь, ну, стоит ли про него снова говорить, это потому что опять биоп, опять старая крепость. Скажу про цены на весь дом. Материал на цоколь стоит 12 тысяч рублей. Квадратный метр этих панелей стоит то ли 900, то ли 950. Решение очень даже стандартное, 100 раз уже показанное. Отлив. Начинается стена. Ну, тут все как обычно. Дождеприемник. Уродство. Это однозначно форма уродства, причем бессмысленного, потому что, ну, имеет смысл выводить край трубы на край дождеприемника. Я надеюсь, это переделают. Я, честно говоря, не знаю, почему бригада решила вот так поступить. Это какое-то кощунство. Вот. А отмостка засыпана щебенкой, мелкая щебенка. Тут вставлена на ребро доска, импрегнированная доска, она не будет гнить, она как бы служит бортиком, не дающим рассыпаться камушкам. И засыпаны камни, уплотнены, получается такой, ну опять же, финский, наверное, вариант, скандинавский, распространенный, по крайней мере, в той местности. Хорошее решение для отмостки. Мне она нравится больше, чем мощение, больше, чем бетон. Ну, как-то вот приятно смотрится. Давайте еще разок полюбуемся обналичкой. Да, все-таки прикольная получилась форма. И пара слов про окна. Окна ПВХ, самые обыкновенные. Профиль Rehau Delight. Толщина профиля 70 мм. Шпросы. Сетка от комаров. Сетка снимается, естественно, как вы знаете, на крючках она стоит. Ну, все как обычно. Такое окно стоит 6 тысяч рублей. Сетка стоит 350. Под окном маленький металлический отлив, закрывающий верхний торец трима. И такой же маленький отлив стоит наверху. Наверное, вам его не видно. А раз уж зашла речь про стоимость окон, то надо сказать и про дверь. Балконная дверь с террасы в дом.
Она стоит, по-моему, 12 тысяч рублей, если ничего не путаю. Ну, тоже обыкновенная конструкция. Как можно было бы поставить на балкон, если бы это был балкон. А у меня на фоне происходят уже последние штрихи, потому что объект скоро сдается. Аккуратненько маленькие кисточки подкрашиваются все помарки, которые возникли при монтаже, обналичке и фасадам. Продолжается наш с вами сюжет. У меня это самое чувство дежавю, как в Сосновом Бору. Вокруг дома обошли, входная дверь, потом пойдем внутрь. Да, так все и будет, но смотрите, опять продолжая разговор про окна. Вот это входная дверь, кстати, финская, Лахти, Еки, что-то такое. Ну, типа GLTV, но только другой фирмы. В общем, практически то же самое, чуть-чуть дешевле. Вместе с ручками, замками, в сборе 28 тысяч рублей, но двери самой нет. И дверь, она вот... Вот это заканчивается здесь финская дверь, а это окно обыкновенное, такое же Rehau Delight, тот же самый, глухое окошко. Ну, короче, вот так сделана входная зона. По-моему, это прикольно, потому что попадает свет, видно, кто подошел к двери. И само это окно стоит какие-то смешные 3000 рублей, по-моему. То есть, ну, здесь по работе, конечно, что-то дополняет стоимость входного портала вот такого. Но, тем не менее, это бюджетное решение, а смотрится оно очень даже эффектно. И, как вы помните, в Пениках мы делали похожий вариант, только там окно было сверху. То есть тоже ставилось такое же пластиковое окно. Тоже там за две... Даже в Пениках, нет, не две, там вообще окно стоило 900 рублей, по-моему. Какие-то куром насмех. Но это... намного улучшает внешний вид, как мне кажется. И еще поговорим про крыльцо, смотрите. Я переставлю камеру. Вот это вот место меня заинтересовало, я хочу вам его показать. Оно было, наверное, на заставке, но все равно, смотрите, брус приходит в стену. И так вот обыграли эту часть, где он стыкуется со стеной. По-моему, получилось прикольно. Тоже тем, кто заказывает у Андрея, можно такой вариант рассматривать. Кстати, про краску. Вот банка, вот действительно такое обозначение цвета, хотя в моем понимании там еще должно быть тире, еще какие-то цифры и буквы. Ну, это точно она. А ну и самое последнее, прежде чем пойдем внутрь, смотрите, крыльцо, оно все так накрыто-закрыто, потому что на этапе УШП было покрашено, был сделан штамп по бетону, ну вот краешек немножко видно, под камень екатерининский проштамповано штампом по бетону. Вот так вот выглядит. Ну и чтобы не испортить, короче говоря, накрывается это все фанерой и пленкой. Целее будет. Что ж, друзья, я превращаюсь в закадровый голос, и мы идем на экскурсию внутрь дома. Надо, конечно, снять что-то пооригинальнее, но просто нет ресурсов для этого. Поэтому формат повторяет прошлый ролик. Итак, котельная. Котельная в высокой степени готовности, но еще не готова. Электрический котел Протерм вам уже хорошо знакомый. 9 кВт мощность этого котла, а стоит он 35 тысяч рублей. Управлять котлом будет термостат Зонд, который стоит 6 тысяч, и который прячется у нас вот в этом вот ящике. Видно его индикацию. Термостат позволяет выставлять желаемую температуру удаленно. Дальше. Бойлер. Бойлер Термекс. 150 литров, 1,5 киловатта. Стоит 23 тысячи рублей. Есть еще система очистки воды. Я подозреваю, что не дешевая. Но и у меня не открылся счет. Не открылся файл со счетом, к сожалению. Поэтому сейчас подробности я вам рассказать не могу. Система серьезная. Слева стоит большой бак для соли. Она очищает воду, делает ее питьевой. Отдельно как-нибудь мы про это поговорим. Ну, понятно, что в люках у нас стоят коллекторы теплого пола и горячей холодной воды. Ну, тут, о, перчатки сушатся. Все абсолютно как и в любом другом доме. Все это мы с вами уже неоднократно видели. Котельная 3,40, по-моему, по площади. 3,4 квадратных метра. Электричество. Ну, тут уже стоят панели. О, так вот вываливаются оттуда листочки. Сейчас я их подберу. Ну, как и в любом частном доме, на каждую группу потребителей и на каждый мощный потребитель стоит свой автомат. Рассказ про электрику. Я вам как-то обещал, ну, когда-нибудь я вам его предоставлю.
Так, из котельной мы выходим, ну, это вот входная дверь, да, и то самое маленькое окно. Дверь пока не установлена, опять же, чтобы ее не портить, но уже можно составить какое-то общее представление о том, что через окно видно. Все видно. Вот с этой стороны подходишь сюда. Вот, видите, просматривается сквозь это окошко все крыльцо. Ну и, конечно, свет падает в прихожую и в коридор. Вот, я разворачиваюсь, смотрите, у меня за спиной теперь вход, маленький коридор. Направо кухня-гостиная, прямо одна из спален, и по левую руку санузел. Санузел. Ну, в санузле ничего интересного нет, стоят водорозетки, сделаны внизу выводы канализации, валяются чьи-то тапки. Боже мой, вообще какой бардак опять в доме. Ну, сейчас идет уборка, все эти кучи мусора в коридор выгребли, будут все убирать. Естественно, никто к моему приезду не готовился. Лестница на холодный чердак. Холодных чердаков в доме два. Сейчас поймете почему. Ну, это одна из спален, окошко, которое мы с вами снимали снаружи. Абсолютно ничего интересного. Но вот, кстати, входная дверь стоит. Ну, стоит и стоит. Тоже ничего интересного в ней нет. 28 тысяч она стоит, кстати, вместе с замком и с ручкой. Так, а теперь заходим в кухню-гостиную. Здесь порядка 45-47 квадратных метров. Поворачиваемся плавненько, по мере возможности, конечно. Плавный поворот. Вот, это те самые большие окна, за которыми терраса. И подойдем-ка мы к этим окнам и развернемся, чтобы вам оценить, что у нас за помещение получилось. Вот так, смотрите-ка, да? Высокий потолок, сводчатый. Нет мансардных окон, к сожалению, хотя, мне кажется, они бы здесь были в тему. Вот такое вот большое помещение. Ну, если рассматривать компоновку дома в общих чертах, то получается, что по центру общая большая зона кухня-гостиной. Кухня, вот насколько я могу судить, в той части. Видите, у нас тут всякие трубы выведены, установлены водорозетки, сделан слив, то есть под окном будет мойка. Сейчас за окном стоит наш вагон, а так вообще там просторы открываются. Большие просторы. Вывод для вентиляции, для вытяжки там наверху. Розетка для подключения вытяжки. Ну, вообще розетки для подключения техники вверху, внизу. В общем, все для установки кухонной мебели сделано. И еще раз разворачиваемся, смотрим. Смотрим общий вид. Вот он такой. Значит, что у нас по обшивке стен? Вагонка штиль, вагонка 195 миллиметров, 195 на 15, если не путаю, вот такая. Ну, прикольно смотрятся широкие такие доски, достаточно симпатично. Печка, вернее, печь-камин, но пока еще не доделана, хотя я надеялся, что уже готовность будет выше. Что за печка? Я сейчас в телефоне смотрю. Смотрю название, чтобы вам сказать. Так, ну вот смысл-то этой печки в том, смотрите, да, что у нее два стекла, получается, сбоку тоже стекло. Это хорватская печка Пламен, если я правильно читаю название. И называется она Eco Minimal 50. Стоит 85 тысяч рублей. Вот эта конструкция. А мощность у нее 10 киловатт. Материал чугун. Ну, собственно, вот так она открывается. И видно, что уже ей пользовались, тестировали. Ну, это и понятно, потому что не сделан короб, а дымоход-то уже готов. То есть дымоход, все смонтировано, все установлено. Включился компрессор, так что я прервался немножко, поэтому такой разрыв идет. Сбоку от печки на стене сделаны розетки и розетка для подключения антенны. То есть вот тут будет висеть телевизор, висеть или стоять.
Ну и из кухни-гостиной вот в ту сторону проход к остальным жилым комнатам и еще к одному санузлу. Можем сходить посмотреть, хотя легко догадаться, что ничего особо выдающегося там не будет. Еще идет монтаж этой самой вагонки. Ожидается монтаж... О, интересно, кстати, что это? Что это за дикобраз? Ожидается монтаж на потолок. Еще он не сделан. Тем не менее, пролез с трудом. Вот там одна из спален. По-моему, это 12 квадратов. Там санузел. Наверху еще один люк на еще один холодный чердак. Ну, в доме получается два чердака, ведь гостиная делит его пополам. А у нее высокий потолок, и чердака там никакого нет. Ну и вот еще одна из спален. Все уже обшито гипроком. Ну, показывать такие комнаты, конечно, очень скучно. Ничего интересного в них абсолютно нет. Снова пришлось прерваться, чтобы спокойно пролезть сквозь эти леса. И вот смотрите, если на стенах у нас вагонка 195, то на потолке 95, более узкая. Ну и сочетание такой вагонки на потолке и на стенах смотрится хорошо. Вагонки не хватило, ждем поставку дополнительных досок, поэтому до конца еще не обшит потолок. Чем будет обшиваться потолок в гостиной, пока не знаю. Кстати, может быть, обратили внимание, что вот тут пленка 200 микрон, прозрачная, обыкновенная. А вот с этой стороны пленка синяя на потолке. Это связано только лишь с тем, что не хватило прозрачной пленки, а синяя еще оставалась. Поэтому ее смонтировали. Ну, никакой нет необходимости в толстой пленке на потолке. На стенах же, наоборот, она нужна на внешних, потому что у нас снаружи идет обшивка смарт-сайдингом по фанере. Ну и паропроницаемость этого пирога низкая. Был бы и заплат, была бы обычная тонкая пленка. Ну и вообще, как вы видите, на внутренней стене тоже присутствует пленка синяя, но опять же, это из-за того, что прозрачной почему-то на объект приехало мало, а синей было в избытке. Необходимости монтировать ее вот там, например, никакой нет. Короче говоря, вот такой одноэтажник, такая компоновка. Насколько она кому-то покажется удачной или нет, сказать затрудняюсь, но на мой вкус однозначно этот вариант тоже имеет право на жизнь. Его плюс в том, что очень мало квадратных метров уходит на всякие там коридоры. Фактически в доме единственный маленький коридорчик при входе. Вот еще раз, при входе в дом мы попадаем в прихожую, которая нужна в любом случае. И вот единственные квадратные метры, которые расходуются, ну, как бы сказать, бесполезно. Не совсем правильно, но вот этот маленький коридорчик – это все, что есть в доме. Все остальное – это уже полезная площадь помещения. Что мы заходим в кухню-гостиную, сразу же можем пройти ее насквозь и попасть вот во вторую часть дома. Тут такой маленький, ну, как бы холл, но он не будет отделен ни дверью, ничем. То есть он только расширяет пространство визуально. Поэтому очень эффективно используется вся площадь застройки в этом проекте. Ну и еще раз, кухня-гостиная. Да, понимаю, что пока сложно составить впечатление, все-таки не все еще доделано, но вот такая у нас планировка. Ну что ж, друзья, я думаю, на сегодня будем заканчивать. И я думаю, что пора заканчивать с одноэтажными домами, потому что, наверное, не всем интересно смотреть подряд одноэтажные и одноэтажные дома. Ну вот у нас их много в работе, я об этом говорил. Что ж поделать. Сейчас бригада, которая работает в Сосновом Бору, уже на днях заканчивает и переезжает в Манушкино. И у нас там двухэтажный дом вместе с баней из бруса. Также сейчас идут работы в Смолячково, где у нас двухэтажный дом. Там идут фасадные работы, монтируем кедрал. Ну и несколько законченных объектов из газобетона и каркасников, тоже двухэтажные. Надо выбрать и снять что-нибудь про какой-то из этих домов. А может и про все сразу. Ну, поглядим, посмотрим, что будет получаться. В общем, вам спасибо, что смотрели, что оцениваете видео, пишите комментарии. Увидимся в следующих сериях. Пока! We'll be right back.
вообще, знаете, хочется снять чего-то более такое динамичное, интересное. Хочется, но приезжаешь на объект, смотришь, а уже вот как-то шестой час, и надо как-то взять себя в руки и сделать что-нибудь более интересное и более классное.